Всем привет, дорогие друзья, с вами Механик. Сегодня у нас продолжение Underground 1. Фух, что вам сказать, я снова в предвкушении, поэтому погнали сразу на соревы. И я думаю, что нам нужно сегодня попробовать Drag Racing. Прям вот нужно его попробовать. Вообще, мое имя Дерек, но друзья зовут меня Клатчем. А как зовут тебя, мне совершенно пофигу, потому что ты все равно проиграешь, чудила. Нормальный дерзкий типан такой, что сказать. Так, руль, ну я настроен, передачи щелкаются на лепестки. Ребят, от вас жду лайка прямо сейчас. Не забудьте подписаться. И обязательно перейдите по ссылочке в описании этого видео. Перейдите в мой магазин, посмотрите супер цены. Специальное предложение для вас на все. Просто на все. А мы начинаем. Так, посмотрим, что из этого получится. Мой сик, все тачки стоковые. Кроме того, не она. Так, надо, по-моему, на зеленый переключаться. Безупречно, вот так вот. Безупречно. Пока не будет машин попутных, встречных и других, в принципе, я должен нормально делать вещи. Так трясется непривычно. 180. Где там конец уже? Сейчас движок у меня взорвется. 190. А все, победа. А все, а что хотя победа. Изи победа просто. Изи. Так, у меня индикатор стиля скоро, по-моему, прокачается уже. Опа. Опа. Как это Mitsubishi Lancer? Это у меня он уже есть или что? Подождите-ка, подождите-ка. Так, обмен, обмен, обмен. Иногда чувствую, что твои колеса безнадежно устарели. Здесь ты всегда сможешь приглядеть машинку поновее. Доплата 900. Можно взять лансера. Хороший, по-моему, лансер. Так, а как посмотреть, что она за... Ну, будет, какая она. Блин, лансер хороший. Мне нравится лансер. Давайте возьмем лансера. Одного японца меняем на другого японца. Да, у меня, в принципе, ничего. Характеристики старого. Я только диски купил на него и все. И неончик. Ну, вроде далее, что ли. А-а-а! Подождите-ка. У нового... У старого, видите, такое, а у нового так. Наверное, не будем тогда менять. Не. Лансер красивый, собака. Это еще, видите, это японский лансер. Это не такие, какие у нас. Это настоящий японский лансер. Хороший, но... Вернемся к тогда макстайлингу своего уже. Вот, чисто такое бумпер поставим. Уа-а-а. Так, а боковина есть у нас? Подождите, пока лучше, наверное, боковые юбки мы поставим. На задний бампер потом заработаем. Что, по спойлерам тоже есть? Слушайте, вот это прикольный. Я раньше такие вообще не ценил, но не на эту тачку, наверное. Так, а капоты? У нас хватает, кстати, на капот. Но он беспонтовый. Так, что еще есть? На воздухозаборник это фигня. Покраска, наклейки. Здесь можно купить классный спонсорский. Вообще. Кен вот сейчас. Нормасик. На заднее стекло тоже что-нибудь сейчас налепим. Бесплатно тем более. Так, аппликации. Аппликация. Порыв, разрыв.
такое себе. А, только порыв доступен. Ну ладно, принимаем стиль. А можно его покрасить как-то? Заменить. А на капоте ничего нельзя. Так, а с той стороны у нас тоже порыв или нет? Да. Потому что, ну, уже все стрит-стракерски становится прям. Установлено. А как цвет-то поменять? А, цвет отдельный же. Добро пожаловать в мастерскую покраски. Здесь можно перекрасить не только всю машину целиком. Ну, такое все. Нет, пока не будем красить мы, наверное. Так, основной цвет. Видите, там еще глянец есть, типа. Синий сивик. Так, а как, никак нельзя, да? Может, черный сделать? Наверное, черный сейчас покрасим. Черный с белой полосой, такой типа с молнией. Так, ну ладно, что, все. Бабки потратил. Тут ничего пока нету, но тут надо гонки выигрывать. Так, все, погнали дальше на соревки. Заезд на выбывание, 3 круга. Или спринт. Спринт давайте лучше. Пофиг, погнали на высоком, если что, перезаеду. Как бы, ну, смысл в чем? Давай, погнали. Погнали. Неплохо гамзанул, но что-то они уходят. Ну ладно, может, я их на скорости сейчас в тек у меня раскрутится. Я на скорости, может, их сделаю. Что-то мне не нравится, что они так бортуются. Обязательно нужно попробовать какую-нибудь серию. Ох ты, нифига ж себе, вот это я вшатался. Какой-нибудь серии нужно попробовать на клавиатуре поиграть. Прямо вот для максимального погружения. Я что-то думал, сейчас я в пакете повешу. Но нет. Ой, красиво, красиво как. За полет еще очки дали дополнительные. Тут все так ярко, что я не понимаю иногда, куда ехать. Да все нормально, ладно, не переживайте, все хорошо будет, наверное. Ну, интересно стопудово, ну, в плане необычно, непривычно, вот так скажу вам. Так, можно было там срезать. Что я не срезал, не знаю. Можно было это делать спокойно. Так, и у нас финиш. Финиш, это хорошо. Прям, видите, они прям на хвосте. Вот чуть-чуть прям совсем отставали от меня. Фух. Ладно, прошел. Еще осталось на выбывание. Ух ты, уже на обложке моя тачка. Кайф. Сейчас приз заберем. Так. Отлично! Ты угодил на обложку. Сидище не видно. Теперь твою машину можно считать знаменитой. Понятно, что. Мою машину знаменитой. Так, тюнинг и стайлинг. Теперь там дадут нам что-нибудь поставить, нет? Вообще ничего не дают поставить. Ну давайте тогда доставим эти. Так, стоп. Кузов. Нам не хватает заднего бампера. Вот этот что? Снайпер. Все, теперь тачка прокачана у нас по стилю.
Но репутации, конечно, недостаточно. Так, погнали тогда мы в последний заезд на выбывание. И я сейчас попробую покататься на клавиатуре, как и хотел. Посмотрим, что из этого получится. Будет ли мне это удобно или нет, я вам скажу. Ну, на руле прикольно, интересно так. О, Лансер как раз, сейчас посмотрим, какой он. Одни переднеприводные ведра. Ох, вообще дергано. Дергано едешь, но... Ну, свой прикол тоже есть в этом. Однозначно свой прикол в этом есть, но чуть-чуть дергано как-то едет машина. Смотрите, гольф какой. Ох, ох. Уже тачки появились. Так. А он врезался, походу. Гольф, походу, врезался там. Слушайте, а карта одна и та же, пец. Я уже не помню. Ну, какие-то ключевые вот такие моменты в андеграунде, как я сказал, слишком много времени прошло с того момента, как я играл. Поэтому какие-то моменты вот такие ключевые, типа, что карта одна и та же, у меня просто из головы вылетели. Просто там нет. Прыгнул красиво. Так, ну, в принципе, на клавиатуре играть даже проще, чем на руле, я вам так скажу. Может, вообще джойстик надо было подключить и на джойстике фигачить? А может быть... Все-таки карта-то чуть-чуть видоизмененная. Она типа похожа, но каждый раз какие-то элементы такие же, но типа чуть-чуть по-другому. Немного в другом порядке они скомпонованы как-то, возможно. И город в целом, наверное, вообще супер небольшой, что ли. Вообще не помню уже. Даже раньше как-то внимания на это не обращал. Так, ну пока все супер просто. Но это до первого дерева, я так понимаю. То есть, когда ты в дерево уже влетел, то все. Так, а мы остались раз на раз или нет? Да, вроде как раз на раз с каким-то челиком остались. Странно. Прям я... Ох, 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 настигает он меня. Настигает и... Что, последний круг? Подождите, здесь же борьба в этих... На выбывание. Если мы с ним остались вдвоем, и я этот круг первый приехал, типа... Почему он-то остался? Он должен быть выбыть уже. Должен был быть. Выбывшим. Я его выбыл. Он почему-то остался. Ох, ох, вот это плохо, это проигрыш, по-моему. Может нет, но выглядит когда. А может и нет. Что-то он как-то и не настиг меня даже. Хотя я очень сильно тут время сейчас потратил. Так, я вспоминаю, кажется, что вот бывают такие моменты, когда ты вот так жестко подлетаешь, тебя просто не переворачивает или почти переворачивает, и из-за этого ты не можешь нормально дальше ехать. По-моему, что-то такое было. Блин, андеграунд первый, это, конечно, пушка-гонка вообще. Класс. Так. Тебя ждет приз, кольцевая трасса. Вот бы денег лучше дали или тачку какую-нибудь. Ну не приз, мне кольцевую трассу зафигачили. Молодцы. Посмотрим сейчас, что здесь будет. Ну же. Грузись. Не знаю, ребят, что-то не грузится. Думаю, что на этом мы, наверное, эту серию закончим. В следующей серии посмотрим, что было дальше. На этом все. Всем пока.